Танцевальный клуб – отличное место для тех, кому не сидится дома. Создатель этого места – Екатерина. Опыт в танцах у девушки имеется немалый, а ее путь начался в хоккейной группе поддержки. И в какой-то момент девушка захотела чего-то большего. Сегодня наши прекрасные героини – чирлидеры. Если мы говорим конкретно за чирлидинг, это всякие поддержки, постановки картинки и какие-то мостики, шпагаты. Это уже должна быть по-любому спортивная подготовка, растяжка. Да. Но у нас такой танец один. Мы Фоксис не чирлидинг, мы танцевальная группа поддержки. Чирлидинг – это узкое направление, там только вот, в основном это поддержки и всякое такое, типа, там как в Америке, все четко, типа, все прям. А у нас больше танцы, у нас красиво, все плавно. И вот один танец направлен на чирлидинговое направление, скажем так. Но у нас там тоже есть поддержки, всякое такое. И мы с девочками, в принципе, работаем в этом направлении, физическую силу после каждой тренировки стараемся развивать и на растяжку работать. Ну, чтобы быть в форме. В любом случае, для танцев это все полезно. Одно дело танцевать самой, и совсем другое – учить танцевать кого-то другого. Ну вот ушла с хоккея, поняла, что мне безумно не хватает танцев, но я всегда что-то хотела свое, потому что, ну, мне кажется, я могла это себе позволить. И вот решилась в один момент, начала набор, девочки пришли, мы начали работать. Много трудностей было, очень много, но как-то всегда справлялись, и, в принципе, вот мы еще на плаву, поэтому все хорошо. Слава богу, вот началось, и дальше уже по накатанной идет. Название клуба «Фоксис». Откуда оно взялось? Это, я считаю, там мое тотемное животное такое с детства. Я там лисичкой постоянно где-то была. Вот, вот набила ее себе для чего-то. Вот, и, ну, Фоксис решила назвать, и все. Вот, ну, наверное, потому что мое такое ощущение. Со стороны может сложиться впечатление, что в такие клубы приходят девушки исключительно модельной внешности. Так ли это на самом деле? У нас, как можно посмотреть, все абсолютно разнообразные. И мне очень нравится сохранять эту индивидуальность. У нас даже девочки, получается, так, что раскрываются, скажем тут. Потому что танцы – это своего рода, ну, какая-то уверенность прививается в любом случае. Выступление на публике – это такие ощущения непередаваемые. С каждым разом ты открываешься, ты привыкаешь к этому ощущению, и ты себя чувствуешь более уверенно. Поэтому и это проявляется даже во внешности девочек, когда они приходят более такие, некоторые замкнутые, а потом, ну, видно, раскрепощаются совсем по-другому. Поэтому какой-то модельного отбора нет по фигуре. Угу. Как бы пушечки, понятно, ну, не справятся, типа, с этим. Хотя есть такие девочки, которые у них есть, как это... Харизма. Вот, ну, мне кажется, на таких тоже можно смотреть. Ну, больше, конечно, по форме нам нужны девочки, а по внешности мы, если что, тоже исправляем, там, скажем так. Вот, ну, а так, просто красивые, ухоженные и следящие за собой девочки. Для многих из девушек выступление становится первым опытом выхода на сцену. Как не потеряться во время танца и сохранить уверенность в себе? Я вот вижу, например, и знаю, что первое выступление им как-то, ну, страшно, может, немножко волнительно, но они не говорят. Но я стараюсь, ну, наверное, аккуратно просто расслабить их, сказать, что, ну, как-то, да, морально мы все-таки подготавливаем. И хорошо, когда большинство стареньких, девочкам проще. Вот если были бы все новенькие, они бы волновались и потерялись. А когда в основном большинство стареньких, новенькие девочки более себя комфортно, наверное, чувствуют, потому что, ну, есть вот рядом девочки, за которыми можно, ну, проследить и вклиниться, в принципе, в танцевальное движение, если что-то забыл, скажем так. Вот. Ну, а психологическая, конечно, подготовка очень важна. В принципе, на тренировках надо выстраивать уверенность в танце, потому что если ты не уверен на тренировке и плохо танцуешь на самой тренировке, то что будет на выступлении? Во время выступления кажется, что девушки двигаются как единое целое. Насколько сложно добиться такого результата? В структуре тут важен и первый ряд, и бока. Но в нашем случае у нас с двух сторон зрители, у нас не должно быть слабых вообще сторон. У нас все должны быть яркие какие-то, все, ну, все. У каждого в любом случае своя изюминка. И каждая девочка, ну, я, например, знаю косяки каждой девочки, но я думаю, как обыватель, зритель, они смотрят и, ну, да, синхронно. Нет, так, да, да, это, ну, это самое главное. Мы, в принципе, как коллектив уже сложились, и у нас так получается сейчас именно коллектив, мы все быстренько ловим, все это синхронно.
кто бы как, ну, по-разному не танцевал, но в общем, в общей массе, в картинке, конечно, это, слава богу, смотрится синхронно. Но это выработанность, опять же, выработанность только на тренировке и частое-частое выступление. Вот, а так не должно быть слабых сторон. Ну, опять же, у нас, типа, потому что мы с разных нос. Везде есть зрители, скажем так. В клубе «Фоксис» всегда рады новичкам. Но часто, обновляя состав, можно упустить из виду самое главное – результат. Ведь черлидеры напрямую связаны со спортом. Девочки приходили, и потом не хватало желания или как-то уверенности в себе, но не доходили, ну, стали потом не доходить. Потому что у нас очень большой объем, действительно, у нас надо работать, если ты приходишь. Нет такого, что ты тихенько вливаешься. Ты у нас сразу входишь в какую-то форму должен. Потому что у нас очень большой объем, это все надо учить. И, возможно, девочки чувствовали, что они не справятся и сваливали. Но, к сожалению, было потрачено очень много усилий, и это обидно. Если желания и упорства хватает, то узнать о девушках совсем не сложно. Ну, конечно, Инстаграм. Типа он сейчас, в принципе, самый актуальный, скажем так. И, ну, мы скидываем сторис в пост, и девочки нам отписываются, если кто увидел, наверное. Потому что в течение года тоже бывают пишут, но в основном это было в августе. Так как у нас сейчас не произошел набор в августе, мы сейчас будем дополнительно делать вот в ноябре. Пару деньков поскидываем, скажем так, информацию, и, ну, и нам будут писать. Вот. И надеемся, что сейчас будет более результативный набор. Угу. Может, благодаря вам. Приходите в «Фоксис». Перед тем, как выйти к зрителю, танец нужно еще придумать. Из чего рождается этот праздник движений и музыки? Мы же, ну, тренируемся, у нас есть какие-то заготовки. Есть, например, блоки, из которых мы можем слепить даже целый танец, скажем так. И есть конкретные танцы. Вот. И мы просто под каждую игру, так как у нас их много, мы можем варьировать. Типа одну игру то танцевать, а другую то. Если мне понравилась музыка, я хочу поставить под нее танцы, там, я думаю, в голове танцы, потом, типа, ну, пробую что-то на полу корячить, там, на это танцую, и вот так получается танец! Екатерина часто выступает со своими подопечными. Можно ли это сравнить с ролью играющего тренера в спортивном клубе? К себе я чувствую, конечно, другое отношение, чем у них между собой, типа. Ну, немножко я выработала вот это все, немножко, типа, я, ну, что зональное, что была, типа, я как руководитель, девочки как танцорки, но все равно мы, ну, типа, как бы стараемся быть на одной волне. Заниматься каким-то делом, даже если оно приносит много удовольствия, можно долго, но не бесконечно. Что будет после танцев? Я бы же именно сами танцы. Танцы – это, наверное, самое-самое, чем бы я всегда занималась. Вот как, например, «Фоксис», я не знаю, насколько это долго. Типа, хотелось бы, конечно, подольше. Может, это кому-то потом придется передать. Будем работать, как будет работать. Может, я в тридцатник просто буду именно как руководитель. А если... Но тут главное, знаете, не засидеться. Типа, если уже ты видишь, что регресс какой-то идет, то, наверное, лучше передать кому-то. Для Евгении клуб стал отличной возможностью познакомиться с интересными людьми и добавить в жизнь больше ярких моментов. У черлидерш, как, чисто такие отработанные, вот как мы называем, блоки, то есть это определенные движения, которые просто повторяются. У нас идут именно танцы, то есть, ну, не такое, что раз, два, три, четыре, ну, не такое четко, как бы. То есть мы там оп, сюда, у нас танцы, плавное движение, так сказать. В черлидинге больше всего жестко, наверное, так. У нас буквально пару танцев, которые направлены конкретно на черлидинг. И я пришла, потому что, ну, видела, какие девочки раскованные, все смелые, верят в себя, любят себя. Ну, тоже захотелось немножко быть такой уверенной. Пришла и считаю, что справилась. Танцевальную группу часто сравнивают со спортивной командой. Это живой коллектив, где конечный результат зависит от взаимопонимания. У нас нет такого, наверное, как именно преподаватель. Мы чувствуем себя, во-первых, ну, я могу даже сказать, хорошими друзьями. То есть мы можем куда-то сходить вместе, в какое-то кафе, в какой-то клуб. И Катя больше наставляет. То есть она говорит, как лучше. Ну, нет такого, что мы как-то вот боимся. Вот Катя сделает там плохо, скажет там, все, надо, ну, не надо опаздывать там, да, понятно. Но это для всех нас, чтобы, опять же, тренировки не затягивались. То есть мы все, наверное, наравне. Катя больше как... лидер, она ведет нас.
она ведет нас туда, куда нам нужно. Безусловно, ей хочется, чтобы мы были лучшими, чтобы мы совершенствовались, чтобы мы не останавливались на том, вот, что мы сейчас имеем. То есть мы в любом случае, какими бы классными танцорами мы не были, ну, возможно, хочется ей в первую очередь, чтобы мы были лучше, чтобы мы были слаженнее, да? У каждого свои какие-то фишки, каждый двигается по-разному, любой танцор, и вот нужно добиться вот этого единства. Поэтому, конечно, есть контроль. Катя пытается нас сплотить, наверное, и чтобы мы внутри коллектива были хорошими собеседниками. То есть, если люди хорошо как бы, ну, общаются, друг с другом ладят, могут кого-то где-то прикрыть, да, подсказать что-то, то и в танце все будет намного слаженнее, все будет более синхронно, опять же. Поэтому есть, конечно, контроль, ну, жесткий, что-то она преувеличила. И все же девушки не просто спортсменки, они еще и актрисы. А раз так, знаком ли им страх сцены? Или, если быть точнее, спортивной арены? Первые дни, то есть первый вот этот период, когда ты только пришел, очень тяжело. Потому что я была на сцене, я пою, и тут совершенно все другое. Тут, во-первых, огромные масштабы, да, намного больше людей, чем на каких-то концертах собирается. И они все тебя видят. То есть все смотрят конкретно на себя, и, конечно, очень, наверное, жуткое волнение. Ну и всегда перед играми есть волнение. У нас еще такая специфика, мы танцуем на тайм-аутах, и мы никогда не знаем, когда нас вызовут танцевать. То есть от этого тоже какое-то, ой, когда уже, ну вот немножко страшно. Но когда вызывают, танцуешь, уже все, волнение пропадает, слава богу. Но это уже. Раньше, конечно, волнение было на протяжении всего номера. Поэтому забывались движения, и все, так привыкаешь, и чувствуешь себя профессионалом. Девушки часто выступают на играх Могилевского баскетбольного клуба «Борис Фен». На этом мероприятия не заканчиваются. Мы выступаем, во-первых, на мероприятиях «День города». Мы выступали, даже на «Ферзе» выступали наши девчонки. Меня тогда не было, но помню. Выступали у могилевских, могилевские исполнители, у них концерты, да, и они нас приглашают куда-то на потанцовку, то есть делаем потанцовку к их номерам. Также когда-то мы выступали на волейболе, я помню тоже, как группа поддержки в тайм-аутах. На Мибилайне мы выступаем тоже, мини-футбол. Так что мы везде, куда позовут, мы всегда за. «Эта музыка будет вечно» – пела одна известная рок-группа. А танцы? Я, безусловно, хочу не заканчивать, да, продолжать, чтобы, во-первых, не терять форму. Я такой человек, которому нужно движение, нужен какой-то адреналин, нужно, чтобы меня, опять же, ну, мне быть хореографом не вариант, я считаю. Меня надо, наоборот, трясти вот так вот. Ну, ты же педагог, подожди. Я педагог, да, но по танцам мне надо саму отточить полностью. Я не считаю себя достойной хореографа. То есть это нужно быть действительно профессионалом, я считаю. Катя таковой является, поэтому я была бы рада намного лет заниматься этим делом, но там уже как получится. То есть я себя вижу в танце. Посоветовать новичкам Евгения может только одно. Я думаю, пробовать нужно в любом случае. Если, ну, ты увидел, захотел, приходи, пробуй. Ну, ничего, да спрос не бьет нос. Хочешь, делай, я так считаю. С любыми проблемами, если у тебя нет проблем, тем более, приходи, пробуй. Дарья в клубе создания. Что заставляет каждый раз возвращаться на тренировки? Наверное, ну, свое какое-то желание иногда даже. Это что-то вот необъяснимое, это что-то изнутри, наверное, идет. То есть это энергия, это какие-то эмоции, плохие, хорошие, ты все вот это отдаешь, и всегда хорошо потом становится спокойно, и, ну, наверное, как-то вот больше через эмоции передается. Вот. Как-то именно так я, наверное, освобождаюсь, то есть какого-то негатива даже, и наоборот, позитив даю. Поэтому, ну, мне это нравится, это ощущение. А что же зрители? Ведь девушки стараются ради них. Ну, познакомиться, наверное, сейчас в основном все через интернет, как-то сейчас мало людей, которые прям познакомятся вживую. Вот. Но просто подходили и девушки, и, ну, и молодые люди, да, и вот родители с детьми, и говорили, что классно, ну, спасибо, да, что вы вот выступали на игре, и, ну, нам тоже очень приятно. То есть, когда с разных контингентов это все идет. И от молодых, и, ну, постарше, то есть, и прям совсем маленьких, когда деток подводят, фотографируются, то есть, это прям, вообще, это очень мило, очень приятно. В клубе «Фоксис» существует режим, тренировки и волнительные выступления. Но намного чаще здесь можно увидеть улыбки и услышать смех.
Может быть, потому что само понятие чирлидинга — это одобрительное, призывное восклицание. Раз, два, три. Фокси!